Телемедицина станет доступнее. Первоуральцы смогут лечиться через портал госуслуги. Свердловская область подключается к федеральной телемедицинской платформе. Для этого нужно будет с помощью существующего аккаунта на сайте госуслуги создать учетную запись и войти на портал gostelemed.ru. А после активации посмотреть полный список специалистов в нашем регионе и подать заявку на онлайн-консультацию с конкретным врачом. Для регистрации на платформе ребенка его законный представитель сможет создать отдельный профиль. Специалисты уверены, сервис поможет медикам оперативно следить за состоянием пациентов, делать назначения и, если нужно, оформлять больничный.